Всем привет! Вы на канале Золотые ручки, подарки своими руками. Сегодня сделаем букет-композицию вот в такой коробке-шкатулке. Как сделать такую коробку-шкатулку, вы уже знаете. Ну, а если кто пропустил, то, конечно, я оставлю ссылку в описании к видео. Из тонкого пенопласта вырезаем основу по размеру и форме нашей шкатулки. И обклеиваем ее гофробумагой. На этот раз я обклеила только сверху, но можно и снизу тоже все заклеить. Листики я сделала другого оттенка зеленого цвета, чтобы они не сливались с нашей основой. Самыми первыми приклеиваем большие элементы композиции. Это у нас ранункулюсы, или их еще называют лютиками. Намечаем расположение. И обязательно контролируем, чтобы высота композиции была не больше коробки, а то крышка не закроется. И так как пенопласт у нас тонкий, все будем приклеивать на горячий пистолет, а не просто втыкать. Точно так же приклеиваем тюльпаны. По углам приклеиваем зеленые листочки. Можно добавить сердечки или какие-то другие декоративные элементы. Самое главное, чтобы все сочеталось по цвету. Как сделать ранункулюсы, тюльпаны, зеленые листочки и сердечки, все мастер-классы есть на моем канале, и для вашего удобства я все ссылочки оставлю в описании к видео. Thank you.
Когда приклеили все цветы, приступаем к зелени. Купила недавно вот такой суккулент. Девчата, он прям как живой. Открепляем веточку. Можно приклеивать сразу по две. Или разрезать и приклеивать по одной. Зеленью стараемся заполнить все просветы и пробелы. Дальше берем атласную ленту в тон той, которая у нас на шкатулке, или такую же, и делаем бантики. После этого я хотела остановиться, но ко мне пришла идея, что свободные места можно еще заполнить папоротником, что я и сделала. Вот наша цветочная композиция и готова. Помещаем ее в коробку-шкатулку и дарим. Ну а вам, дорогие мои зрители, всем желаю наиприятнейших сюрпризов. Пусть ваши близкие радуют вас, а вы радуете их своими подарками, теплом и заботой. Всем пока-пока и до новых встреч!